программа «День с толком». В студии Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Почти 1000 участков и сотни жилых домов затопило в Алтайском крае. Перекрыты 9 дорог. Третий день действует режим ЧС. Как регион противостоит стихии и на какую помощь могут рассчитывать люди? Чудом никто не пострадал. В центре Барнаула часть фасада обрушилась на машину. Из перьев и бронзы в Барнауле открыли памятник воробьям. Почти 1000 приусадебных участков и сотни жилых домов затопило в Алтайском крае. Перекрыты уже 9 дорог. Из-за паводка в регионе третий день действует режим ЧС. Наш корреспондент Валентина Аскерова расскажет, куда нужно обращаться людям и на какие меры поддержки они вправе рассчитывать. Алтайский край продолжает уходить под воду. Подтоплено 478 домов и 943 приусадебных участка в 40 населенных пунктах. Такие цифры краевой МЧС озвучило сегодня днем. Из-за паводка в регионе продолжает действовать режим ЧС, который ввели 30 марта. Спасатели круглосуточно работают в зонах подтопления. Эвакуируют домашних животных, крупнорогатый скот и, конечно, людей. Сейчас в пунктах временного размещения находится 165 человек. На базе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю функционирует постоянно действующий оперативный штаб. Для оказания психологической помощи населению работает горячая линия. Психологическую помощь пострадавшие от паводка могут получить по телефону. Контакты на экране. Вопрос о мерах поддержки пострадавших от половодья сегодня рассматривали на оперативном совещании в правительстве края. Там анонсировали решение о выплатах людям. Там, где у нас вода зашла на приусадебные участки, давайте мы определимся с объемом поддержки, и надо это сделать достаточно быстро, комиссии на местах поработают, и там, где тем более вода зашла в дома и порчу, так сказать, имущество, особенно первой необходимости нанесла, там тоже нужно будет оказать, значит, меру поддержки. И 10 тысяч там, где вода зашла на приусадебные участки, 30 тысяч там, где вода, значит, зашла в дома. Из-за паводка пострадала и дорожная инфраструктура региона. По всему краю размыты и затоплены дороги. Сохраняются ограничения движения на 9 участках. В Михайловском, Завьяловском, Солонежинском, Волчихинском, Бурлинском, Новичихинском районах. Нет доступа к силу ракеты. А между тем, с сегодняшнего дня действует штормовое предупреждение по вскрытию рек Чарыш и Алей. Прогнозируются возможные заторы и повышение уровня воды до опасных отметок около населенных пунктов Алейск, Белоглазово и Красногорск. Валентина Аскерова. День с толком. Для ликвидации последствий паводка в край задействована группа численностью более 2500 человек, в том числе 325 человек от МЧС. Но обстановка с подтоплениями остается крайне тяжелой, особенно в Михайловском и Первомайском районах. В Первом сегодня утонул 6-летний мальчик. Обстоятельства ЧП сейчас устанавливаются. А в Первомайском районе сегодня побывала наша съемочная группа. Она на месте смогла оценить, насколько серьезно пострадали люди. О развитии паводка 2024 и территориях самой сложной ситуации смотрите в материале Марии Костылевой. Сегодня, 1 апреля, жителям Первомайского района, откровенно говоря, не до смеха. По словам людей, причина беды – это талые воды и разлившаяся река Лосиха. Еще пару дней назад здесь было сухо. Сегодня часть микрорайона Лосихин-остров, который находится в низине, внушительно подтоплен. Вообще вся ситуация случилась из-за того, что затор произошел на речке. Вот там льдины так одна на другую. Такая зима, видимо, была в этом году, что земля промерзла, воде деваться некуда, вся в речке пошла. А речке деваться было некуда, она пошла по лесочку и вот к нам. Местные жители отмечают, вода потихоньку уходит. Однако такие стихийные качели не на шутку напугали людей. Ольга живет примерно в середине поселка, говорит, им повезло чуть больше. Когда вода начала подступать к жилищу, вооружились лопатами и выкопали траншею. Мы не затопли, благодаря вот своим каким-то небольшим мерам, которые смогли. Вот вчера целые сутки мы с улицы просто не выходили. Ну и вот ленточка, если потом пройдете в тот участок, он затоплен был вообще полностью. Второй день не выходит из дома, машину тоже не заводит, чтобы не спровоцировать приток воды к дому, рассказывает Ольга. Однако, по словам женщины, соседу справа повезло гораздо меньше. Вот здесь полностью все было. У него весь отмостка вся была покрыта водой. Это бы вся вода, естественно, хлынула бы дальше. То есть это своего рода
заградительным таким мероприятием оказалось. Буфером. Буфером, да, совершенно верно. Буфером. Ну вот как-то так, я даже не знаю, что сказать. Мы просто в панике второй день. Ну, надеемся. Сейчас на месте подтопленной территории работает пожарно-спасательный отряд. Оперативники занимаются откачкой воды, задействовав тяжелую технику. В этом году паводок на Алтае особенно суров. Так, например, на одном из пляжей Ярового из-за подтопления талыми водами обвалился грунт. По словам очевидцев, глубина разлома примерно несколько метров. А это село Волчий Ракит в Бурлинском районе. Здесь с наступлением весны образовалось целое озеро. Вот так вот у нас потоп. По-прежнему одним из самых пострадавших населенных пунктов остается Михайловский район. На снимках видно, что практически весь населенный пункт затоплен водой. Здесь стихия не пощадила дома, подвалы и сараи. А сегодня днем вода унесла жизнь 6-летнего мальчика. Ребенок находился рядом с траншеей, вырытой для прохода протока воды. Оступившись, он упал и утонул. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, проводит проверку прокуратура. В свою очередь в МЧС отмечают, все силы оперативников брошены на стабилизацию ситуации в регионе. Оперативно приняты и проводятся дополнительные противопаводковые мероприятия. В том числе устанавливаются водоналивные дамбы, проводятся углубления водоотводных траншей, проводится отсыпка земли в низменных участках местности, возводятся временные дамбы, проводится откачка воды с придомовых территорий и проводится также оказание адресной помощи населению. На прогнозируемых заторопасных участках проведены работы по ослаблению ледового покрова. К слову, в ближайшие дни в крае ожидается потепление, а это значит, что работы у пожарно-спасательных отрядов, если не станет больше, то точно не убавится. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком. К другим темам. Жительница Барнаула обнаружила на себе клеща в минувшие выходные. Как сообщают соцсети, она не выезжала за город, а лишь на четверть часа вышла прогуляться, находилась в районе улиц Малахова-Балтийской. Ранее мы сообщали, что первое присасывание в край зафиксировали в Бийске. В конце прошлой недели в травмпункт привели ребенка. Ну а в Майминском районе Республики Алтай первых кровососущих обнаружили еще 26 марта. По данным эпидемиологов, наш край находится в числе самых эндемичных в России по числу клещей, переносчиков энцефалита. Ежегодно в медицинские организации за помощью обращаются порядка 10 тысяч пострадавших от укусов. В прошлом году, по словам экспертов, наблюдался пик активности одного из видов клещей – иксодового. Поэтому Алтайский край был одним из лидеров по обращению жителей, столкнувшихся с укусами. В этом ситуация должна быть спокойнее. Назвали алтайские эпидемиологи и время наибольшей активности членистоногих в 2024-м. У степного клеща рода дермоцентр это будет третья декада апреля. А у таежного клеща род эксодус, которые более такие теплолюбивые, можно сказать, у них ожидается вторая, третья декада мая. Социальные пенсии вырастут с 1 апреля на 7,5%. Существенные изменения ждут и тех, кто планирует сдавать на права и получать водительское удостоверение. С 1 апреля, это совсем не шутка, меняется также понятие перепланировки квартиры. Подробнее об этих и других изменениях для жителей России и Алтайского края смотрите в нашем материале. С учетом роста цен практически на все, этого повышения можно и не заметить. И все же, с 1 апреля на 7,5%, а это порядка 900 рублей, вырастут социальные пенсии. Их получают те, кто не заработал на обычную страховую, а также люди на инвалидности и те, кто остался без кормильца. С апреля в России вступает в силу закон о наливайках в жилых домах. Теперь региональные власти могут по своему усмотрению ограничивать розничную продажу любых алкогольных напитков, в том числе пива, в наливайках, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающей к ним территории. Алтайские депутаты нововведение планируют принять в апреле-мае. Пока вопрос на стадии обсуждения. Перепланировка жилья с апреля будет считаться завершенной только после внесения в единый госреестр недвижимости сведений о новых границах помещения, о новом его назначении, а также площади помещений, в которых проводят перепланировку. Вносить такие сведения будут теперь не по инициативе собственника, а по заявлению органа, согласовавшего изменения.
Изменения коснутся и желающих получить права. Ошибок на практическом экзамене теперь допускается больше. Но если его завалить 3 раза, допуск можно получить только через полгода. Раньше было месяц. Теперь есть и перечень граждан, которых к экзамену просто не допустят. Например, те, кто не явился по повестке в военкомат или был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Последних допустят к сдаче только через год после истечения срока, на который и забирали права. И еще иностранные водительские удостоверения в России больше не действуют, нужно получить свои. Ну и не самые приятные новости для путешественников. С 1 апреля те, кто планирует посетить Санкт-Петербург в качестве туристов, должны будут платить курортный сбор за каждые сутки фактического проживания в городе. Сумма сбора 100 рублей. За детей до 18 лет курортный сбор платить не придется. Татьяна Голубева, «День с толком». Сергей Шойгу потребовал от работников оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае пахать в 3 смены. Накануне министр обороны посетил наш регион. О визите известно немногое. Сообщается, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях, а также заявил о том, что на Алтае необходимо повышать эффективность производства и ускорять строительство новых площадок. Известно, что во время своего визита Сергей Шойгу проинспектировал производство на одном из заводов, где выпускают составные части к авиационным и зенитным боеприпасам, а также гранатометным боеприпасам и патронным лентам. Периодически у министра возникали вопросы, например, почему на одном из предприятий на 30 станках имеются всего 3 наладчика. Страна выделила огромные деньги на то, чтобы вы могли здесь производить то, что вам надо. Огромные деньги выделили. И все напрягаются, все делают все для того, чтобы это оборудование пришло сюда. А у вас на такое количество станков, тут и больше 30 стоит, 3 наладчика. Чего вы тут налаживаете? Вы должны пахать 3 смены. Мы пашем. Вот-вот, у них буфет вот тут должен быть. Также министр потребовал привлечь к ответственности организации, по вине которых возникли задержки в строительстве новых объектов оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае. На все объекты приобретены и имеются строительные материалы. У нас осталась единственная точка, которая мешает нам своевременно и в плановом порядке выполнить те задачи, которые стоят перед нами, это вопросы, связанные с проектированием. Те, кто сорвал нам сроки практически на полгода, эти организации должны ответить за такие срывы. Но в целом, по словам Сергея Шойгу, госзаказы выполняются согласно плану. Но мы переходим к другой теме. Кусок фасада повредил машину в центре Барнаула. В момент ЧП, к счастью, в ней никто не находился. Но не исключены новые обрушения. Крышу и облицовку здания, представляющего опасность, по плану отремонтировать должны только в 2034 году. Сейчас управляющая компания лишь оградила участок тротуара сигнальной лентой с предупреждением. Можно ли ускорить ремонт Сталинки? О каких нюансах нужно знать, если обвалившийся фасад повредил ваш автомобиль, смотрите в репортаже Данила Кузнецова. Такие круговые трещины на лобовом стекле Лексуса Данила Астахова – результат неудачно выбранного места для парковки. И речь не о вандалах, а о здании 1930-х годов постройки на проспекте Калинина, 18. Оно буквально разваливается по кускам. Машина стояла припаркованная. Пришел, как бы, с работы вышел. Подошел к машине, на ней как бы куски фасада и стекло разбито. А насколько далеко она стояла от здания? На парковочном месте 6 метров от здания где-то стояла примерно. А другие машины пострадали? Нет, рядом стоящие машины не пострадали. Первым делом Данил, с его слов, с помощью полиции зафиксировал инцидент. Далее собрал остатки фасада и уехал домой, не дождавшись сотрудников местной управляющей компании. Позже написал претензию и предоставил протокол от правоохранительных органов. Претензию-то он написал, заявление, да? Как бы никаких фактов подтверждающих не предоставил и сам нас не дождался. То есть мы не смогли зафиксировать, мы же тоже на место выехали, а там нет никого. Конечно, обследовали там всю территорию, но ничего такого не обнаружили. В управляющей компании не дают однозначного ответа по поводу выплаты компенсации. Пока лишь заверяют, что выясняют все детали инцидента. Но вот другую пострадавшую машину в обслуживающей организации отремонтировать пообещали. Второй случай обрушения произошел несколькими днями позже. Ущерб оценили где-то в 20 тысяч рублей. Женщина вызвала сотрудников, на место приехали, посмотрели, зафиксировали. Да, действительно, там был скол краски на капоте, договорились, что будем ремонтировать.
Куски фасада здесь летят регулярно, поэтому автомобилисты боятся ставить машины около Сталинки. Но вот других парковочных мест поблизости нет. Знаете, было где-то, наверное, недели две назад или три, когда был сильный ветер, вот с крыши прямо мело камнями. То есть такое было. Прямо на машину падали? Да, да. Конкретных каких-то повреждений серьезных не было, но вот обрушение фасада происходит. Первый репортаж про этот дом мы снимали около полутора лет назад. За почти вековую историю здание ни разу капитально не ремонтировали. Восстановление запланировано лишь на 2034 год. А пока к крыше не может прикасаться даже управляющая компания. Мы еще сами его не можем ремонтировать, потому что он находится под защитой фонда культуры. То есть там может проводить какие-то работы на фасаде вот этого дома только организация, которая имеет лицензию от Министерства культуры. Единственное предупреждение тут касается снега. А вот таблички о том, что кирпич может обрушиться с фасада на голову или на машину, ее нигде нету. Единственное, есть одна красно-белая ленточка, и то она порвана. Не прошло и получаса после того, как наша съемочная группа начала работать на месте, появились работники управляющей компании со специальными ленточками. Они обклеили предупреждениями тротуар с опасной стороны. Руководство компании заверило также, что постарается направить обращение ответственным, чтобы ускорить процесс ремонта здания. Но пока это все меры. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком! Легендарный борец Александр Карелин посетил Алтайский край. Это далеко не первый его визит в наш регион. На этот раз он связан с турниром по греко-римской борьбе памяти Ивана Григорьева в Новоалтайске, куда на выходные съехались сильнейшие спортсмены со всей страны. В следующем сюжете смотрите подробнее. И побороться, и с кумиром сфотографироваться. У парней из Алтайского края, Республики Алтай, Хакасии, Новосибирской, Курганской, Омской и Тюменской областей, можно сказать, прошли идеальные выходные. На один из старейших турниров региона памяти уроженца Алтайского края, героя Советского Союза Ивана Григорьева, приехало около 200 сильнейших борцов. На ковре юноши до 18 лет. Считается, что в этом возрасте спортсмены демонстрируют самые эмоциональные схватки. Это один из самых таких худших возрастов, потому что это уже не дети, которые уже достаточно длинный путь прошли в этом виде спорта, имеют какую-то определенную техническую базу, какие-то определенные регалии и, соответственно, в то же время еще уже не заматерелые такие спортсмены высокого уровня, которые за каждый балл боятся там какой-то риск провести, то есть более закрытая была, здесь более открытая, хорошие броски. И у каждого из этих парней есть свои фишки и домашние заготовки. Например, Элхан, борец из Алтайского края, в греко-римской борьбе уже 8 лет. Пришел в этот вид спорта по стопам старшего брата. Он приготовил для соперников свой коронный прием с забавным названием «бычок». Я захожу в обоюдку и растягиваю руку. И делаю движение головой, и забираю 2 балла, и дальше раскатываю с рукой. Чисто техническую победу всегда делаю почти. Напряжение в зале неимоверное все 2 дня. Каждый борец стремится попасть в призовые места. Тогда им будет присвоено звание кандидата в мастера спорта. Да и потом в зале находятся олимпийские чемпионы. Оплошаться не хочется. Поэтому в каждой схватке интрига до последнего. Схватки непосредственно выразительные, интересные, настолько запредельно напряжение, что некоторым из ребят дурно становится, в буквальном смысле этого слова. Кто-то не может сдержать рвотные позывы, один хлопнулся в обморок от напряжения. Поэтому традиционный турнир, я думаю, что это лучшее проявление и уважение к памяти удивительного человека, который этот турнир олицетворяет, героя, летчика, который погиб в небе над Берлином. По итогу турнира больше всех золотых медалей завоевали спортсмены из Новосибирской области. Алтайские борцы продолжат готовиться к новым стартам. Уже через неделю в Барнауле состоится еще один всероссийский турнир. Дальше выезд на первенство России. И зафиналится все чемпионатом Алтайского края. После этого турнира сезон для греко-римской борьбы можно считать закрытым. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.
Сегодня день смеха или другое его название – день дурака. Но с советских времен существует стереотип, что Россия – страна для грустных. Актуальна ли такая оценка сегодня, по мнению барнаульцев, и как они относятся к празднику всех шутников, узнавала наша съемочная группа. Я собираю веселые мемасы и каждый день их выкладываю в сети. То есть такой мемелье, мемолог, как это называется. Очень люблю посмеяться и повеселить других. Когда-нибудь участвовали в розыгрышах? В розыгрышах, да, прямо сегодня утром. И как вам? Ну, немного чуть не посидел. Да мы не задумываемся, Аня. Но мы сегодня пошутили над преподавательницей. И как? Она посмеялась. У нас был определенный проект, над которым мы работали всей командой. Я утром захожу, у меня товарищ для шутки сделал бэкап, а рабочий проект удалил. Я захожу, а у меня вместо строчек кода просто смайлики. Ага. Мы работали 2 месяца, я так это кофе, оп, и чуть не подавился. Не знаю, каждый день шутят со мной. Ничем не отличается этот день. Сегодня смех день? Угу. Да. Стереотип «Россия для грустных» – это, по-вашему, правда, нет? Нет, наоборот, русский – самый веселый народ. Ну как такой день-то пропустить, как бы никто не подколоть? Ни сюрпризы, ни розыгрыши не люблю. Стереотип «Россия для грустных» действует сегодня? Возможно, да. Я звонила друзьям из другого города, говорила, можете, пожалуйста, взять доставку и потом привезти ее в мой родной город. В общем, они уже выходили там, кто как, и я говорю, извините, это розыгрыш. Смех, это же радость жизни. Ну кто нам еще продлит нашу жизнь? И в завершении выпуска в Барнауле открыли памятник воробьям. Теперь такой монумент есть в зоопарке «Лесная сказка». Аккуратненько. Убираем. Открыли памятник пернатым в честь Международного дня птиц, который отмечают сегодня. Судя по всему, воробьи чувствуют себя в зоопарке прекрасно, уживаясь с другими обитателями. Воробей – это очень полезная птица. Дело все в том, что воробей питается зернышками, семенами. Но в период, вскармливая своих маленьких питомцев, они, естественно, собирают насекомых. И поэтому, если на вашем огороде огромное количество воробьев, радуйтесь. 3 дня! Ура! Что ж, на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопки в соцсетях. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире.